Всем привет, меня зовут Женя, и в сегодняшнем видео я покажу вам очень яркий восточно-инстаграмный макияж. Мне показалось, что как раз-таки в инстаграме преобладают такие нереально космические, восточные, арабские макияжи, и на фотографиях он смотрится невероятно клево. В конце этого видео я буду смывать этот макияж при помощи классной штуки одной, но это вы увидите в конце видео, если вам интересно, и будет конкурс для всех подписчиков со всего мира, и неограниченное количество будет победителей. Давайте приступим к макияжу. Сегодня я буду делать яркий макияж. Брови я уже оформила. Кажутся брови очень яркими, но на самом деле, когда я сейчас начну наносить тон и красить глаза, то брови не будут казаться такими яркими. И сейчас я нанесу на лицо базу под макияж. У меня база от Urban Decay. Она мне будет служить дополнительной защитой, плюс ко всему выровнять тон лица. Это водостойкая, очень-очень стойкая тональная основа, которая должна продержаться всю ночь. Наношу на Beauty Blender. И похлопывающими движениями на все лицо распределяю тональную основу. Как ни крути, Beauty Blender очень круто наносит тональную основу. Давайте сразу приступим к макияжу глаз. Я буду наносить базу по тени, она также от Urban Decay. Я сегодня буду делать очень такой яркий макияж глаз, у меня будут красные глаза. И чтобы глаза не смотрелись по-вампирски, я буду сначала растушевывать коричневый оттенок, бежевый, под названием Cover из палетки Naked Basic 2. Буду прорисовывать складку века. Я все-таки заметила, что если смотреться в большое зеркало и делать макияж, то макияж получается намного лучше и ровнее, чем смотреть в маленькое зеркало. Поэтому вот как раз у меня сейчас такое подходящее огромное зеркало из палетки, которое я буду сейчас использовать. Это палетка от Urban Decay Full Spectrum. Здесь есть яркие оттенки, как раз нужны мне оттенки тоже есть. Все-таки, знаете, и глаз я хочу сделать не слишком красным, а персиково-красным, поэтому у меня будут переходы, такой градиент небольшой. Возьму я персиковый оттенок, тоже нанесу его чуть ниже коричневого, растушу хорошо. И уже на подвижное веко нанесу оттенок потемнее. А на нижнем веке будет у меня абсолютно другой оттенок. Сейчас вы все увидите. Темно-синий оттенок. Обязательно нужно завершить этот макияж подводкой. У меня каял черного цвета. Обязательно подвести водную линию, как говорят блогеры. Подводка супер-супер черная. Подведу линию вдоль роста ресниц верхних. Крашу сейчас ресницы и понимаю, что мне не хватает накладных ресниц, а на данный момент у меня их нет в доме, поэтому придется поинтенсивней прокрашивать реснички. Оформляю лицо при помощи такой вот интересной палетки Trio от Urban Decay. Здесь есть и хайлайтер, и румяна, и все такое светящееся. Я на скулы нанесу хайлайтер. Не стану добавлять в этот раз румяна, так как мне кажется, что они будут слишком вызывающе смотреться на таком макияже, ярком-прияркам. И губы я тоже хочу как бы не слишком ярко оформить, но тем не менее я обведу их карандашом, таким телесным, ближе к коричневому. Буду использовать тоже не слишком яркую помаду от Urban Decay из коллекции Vice. У меня она в оттенке транс. Ну что ж, макияж получился очень яркий, в таком восточно-инстаграмном стиле. И сейчас я обязательно сделаю селфи. А теперь я буду смывать свой макияж при помощи Clarisonic Mia 2. Конечно, предварительно я должна смыть себя тени, тональную основу, как смогу, да? Поэтому буду использовать вначале гидрофильное масло. Оно замечательно уберет макияж, ну, конечно же, не весь. Вот, после того, как я смою тени, помаду, тональную основу, это делается
всегда стандартно. Я возьму Clarisonic. Это для меня находка. Я им пользуюсь уже примерно месяц, и я в полном восторге, как он очищает мою кожу. Каждый день я им, соответственно, не пользуюсь. Примерно 3-4 раза в неделю мне этого достаточно, и кожа моя выглядит теперь намного лучше. Она сияет, она чистая. Она... Принцип действия такой, что вы вводите по зоне, например, вот я сейчас ввожу по щечке, по скулам, и когда я слышу странный звук, чик, то значит нужно переходить на другую зону. В принципе, лицо очищается в течение 1 минуты. Поэтому все очень легко, кожа не травмируется, потому что колесико на Clarisonic'е с щеточкой, оно не крутится. Оно вращается туда-сюда, туда-сюда очень быстро, и создается эффект вибрации. И таким образом из пор вычищается, как бы выталкивается все загрязнения, вся грязь. И все равно после того, как я умыла лицо, смотрите, какой желтый, оранжевый от тоналки сам Clarisonic. Он грязный реально, его теперь нужно хорошенечко промыть с мылом. Поэтому вот что остается в нашем лице после косметики. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, участвуйте в конкурсе. Всем пока-пока. Этот конкурс совместно с компанией Urban Decay. Все, что вам нужно сделать, так это ввести промокод. Я его также пропишу под этим видео. Если вы вдруг соберетесь сделать покупку свыше 6000 рублей на сайте Urban Decay, и по твоему фото я лично подберу оттенок помады, который тебе подходит, и мы ее доставим тебе вместе с компанией Urban Decay. Соответственно, помада будет тоже от марки Urban Decay. Условия очень простые, так что я их еще разок пропишу под видео, если вы что-то забыли или не запомнили. Повторяю, что акция это действует до конца февраля. Ну что, всем спасибо за просмотр. Пока-пока.